как сделать так, чтобы мир начал давать человеку намного больше, чем человек сейчас получает. Выполнять его очень просто. Выполняется он один раз в день, ровно 365 дней. Если вы начнете его делать сегодня, то вы должны его сделать каждый день на протяжении всего года. После этого мир откроет для вас все горизонты, а на протяжении года вы будете чувствовать, как данная практика влияет на вас. Она делается очень легко, но могу сказать, несмотря на ее вот такую веселость, она имеет очень яркое качество быть очень-очень эффективной. Очень часто у человека ничего в жизни не происходит, и это связано с тем, что что-то в жизни повлияло на то, что в нем, в самом человеке, появился паттерн или появилась какая-то закорлючка, или я не знаю, там где-то какой-то засор, который мешает человеку сделать так, чтобы мир начал давать ему как можно больше всего. Ну и получается, человек живет только либо по средствам, или живет как получится, или там выживает и так далее. И для того, чтобы это изменить, как бы вырваться из оков невезения, из оков нищеты, из оков каких-то там... абсолютного, возможно, даже ужаса, невезения. И была создана мной данная практика. На самом деле она не создана мной, она создана совершенно другими людьми. Я ее дам в формате тибетских практик, которые я буду читать в следующий четверг. Я, кстати, еще раз приглашаю вас на вебинар, который будет проходить в четверг на следующей неделе. Он будет называться «Тибетская магия». И там... данная практика, я ее тоже буду давать. Итак, что необходимо сделать? Необходимо, первое, это очень важно, необходимо пить чай. И чай должен быть обязательно сладкий, а также черный. Причем сладкий, вкусный, так, чтобы вам очень нравится. Желательно утром проснуться, после этого не начинать с чая, а покушать что-нибудь, сходить в туалет, помыться, умыться, почистить зубы. После чего, когда уже вот вы готовы выходить на работу, не торопясь, сесть перед своим окном или взять чашечку кофе или чая, но здесь в практике необходимо брать исключительно чай. Он должен быть темного цвета, сладким, в него можно добавить вместо сахара мед, потому что это еще лучше. И после этого, глядя в окно, так чтобы было видно проекция мира, в которую вы смотрите, необходимо сделать, попили чая, после этого необходимо сделать вот так вот руками и сказать несколько слов следующих. Мир, я разрешаю тебе давать мне. Вот так делается. Мир, я разрешаю тебе давать мне. И таким образом, допивая чай, после этого вы уходите. Выполнять необходимо 365 дней. Это откроет вам дороги, которые приведут вас к тому, чтобы вы были очень-очень успешными. Вы таким образом даете разрешение, которое никогда в жизни не давали этому миру. И мир во всех своих прекрасных проявлениях начнет проявлять себя по отношению к вам. Так как сейчас этот мир считает, что вы для него являетесь опасным. Почему опасным? Вспомните, когда это формировалось. Когда вы дулись, не здоровались с людьми, когда ходили насупленные, когда пытались всячески испугать этот мир криками, нервными, вытаращенными глазами, вредностью, еще чем-то. Мир привык видеть вас, агрессивное существо. Что можно исправить при помощи вот такой практики?